Страшный пожар накануне вечером напугал жителей многоквартирного дома в Караганде. Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажной хрущевки. Спасатели эвакуировали жильцов целого подъезда, но без жертв и пострадавших не обошлось. Погиб хозяин сгоревшей квартиры. Его гости пострадали от угарного газа. Правда, соседи признались, что погибший им не раз доставлял неудобства. Приходилось даже вызывать полицию. Подробности выясняла Марина Иневатова. Пожар в 12-м спальном микрорайоне Караганды начался поздно вечером. Горела квартира на 4-м этаже пятиэтажной хрущевки. Приехавшие на место пожарные потушили огонь и вынесли из пепелища троих пострадавших. 42-летний хозяин квартиры умер в карете скорой помощи от сильного отравления угарным газом. Его друзья, мужчина и женщина, выжили. Последняя сейчас в больнице. 18 ноября пациентка скорой помощи была доставлена в приемный покой клиники Макажанова, была обследована на уровне приемного покоя и госпитализирована в отделении токсикологии. Состояние пациентки средней степени тяжести стабильное. Как сообщают ДЧС области, общая площадь пожара составила больше 20 квадратных метров. Полностью сгорели деревянная обшивка балкона, домашние вещи и мебель. Спасателям удалось эвакуировать 12 жителей подъезда, из соседей никто физически не пострадал. Чего не скажешь об остальных квартирах снизу. Жильцы дома с вещами перебираются к родственникам. Жить в пролитых до первого этажа комнатах невозможно. Нет электричества и отопления. Везде сырость. Пенсионерка Умица Здыкова, которая живет под сгоревшей квартирой, рассказывает, что сосед часто доставлял неудобства. Приводил домой компании. Справиться с ним было сложно. Приходилось вызывать полицию. К нему, к соседу, часто приходили друзья. Вчера тоже кто-то сильно стучал в его дверь вечером. Потом, что было, как начался пожар, непонятно. Может быть, на балконе курили. Я смотрела телевизор, как пожарные стали проводить эвакуацию. Нам помогли, живы остались. Скорая увезла пострадавших друзей хозяина, а сам он умер. Пожар был полностью ликвидирован. Предварительная причина пожара – это открытый источник огня, то есть, возможно, непотушенные спички либо сигареты. В этом году от огня при пожаре пострадали 27 карагандинцев, напомнили спасатели. Почти во всех случаях причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Особенно опасны ошибки зимой. Запрещается прогрев газовых баллонов, сушка одежды вблизи, на обогревательных приборах и на печках, курение и неправильное использование электроприборов. Марина Иневатова, Жнайдар Архимжанов, Астана Таймс, из Караганды.